мир. На Украине? Куда она должна была попасть, как украинцы? Благодаря Путину, благодаря силе русского народа. А вы его предаете, молодежь. Нельзя. Я не спорю с его достижениями, но человек не должен сидеть у власти больше 20 лет. Он сейчас будет, окончается его срок. Он же будет в Совете Федерации. Он не уйдет. Ну, вы поймите, просто по психологии человека, это если человек больше уже 20 лет, он не отмажет. Он даже конституцию сейчас новую. Он не захочет, это психология человека. Скажите, а вас все устраивает? Медицина какая у нас в стране, услуги медицины. Как к ним относитесь? Я по возрасту уже плохо слышу. Чуть-чуть погромче. Да, я поняла. Медицина. Вот как вы относитесь к медицине в нашей стране? Вас устраивает все? Он, блядь, Россию поднял с колен, блядь. У вас какой доход? Ну, начинается. Никакого, блядь. Надо взять и задуматься. Нас третий устраивает? Нет. Раз. Второе. Да нет, уже не он, мы его уже не сейчас уже есть. Подождите. Ну как это мы не доживем? Распортивная площадка для кого?